Сегодня в меню белая пицца. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Специи, по вкусу. Сметана, 100 грамм. Сахар, 1 чайная ложка. Яйца куриные, 2 штуки. Вода теплая, 200 грамм. Лук репчатый, 60 грамм. Сыр, 70 грамм, твердый. Мука пшеничная, 350 грамм. Масло растительное, 2 столовые ложки. Дрожжи спиртовые, 12 грамм, прессованные. Для приготовления белой пиццы замесите дрожжевое тесто, а для начинки смешайте яйца, сметану, репчатый лук и натертый сыр. Получится мягкая, пышная и вкусная пицца. Подготовьте все ингредиенты. Замесите тесто. В теплую воду добавьте дрожжи и сахар, размешайте. Влейте растительное масло без запаха и еще раз перемешайте. Всыпьте просеянную муку и соль. Замесите мягкое тесто и скатайте в шар. Оставьте подниматься в теплом месте на 35-40 минут. Приготовьте начинку. Вбейте яйца в миску, добавьте сметану, соль и перец по вкусу. Добавьте нарезанный четверть кольцами репчатый лук и натрите сыр. Перемешайте начинку. Тесто выросло и готово. Руками, смазанными маслом, выложите тесто на противень и разровняйте, придайте круглую форму пиццы. Смажьте пиццу белым соусом. Выпекайте пиццу в духовке при температуре 220-230 градусов около 15-20 минут, пока не подрумянится. Необычная и вкусная белая пицца понравится вам и вашим родным. Пицца готовится без кетчупа и без каких-либо продуктов красного цвета. Начинку приготовьте из сметаны, яиц, сыра и лука. Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!